последнего типа. Из вариантов. Это просто полный какой-то анафиги. Технологии. Надо ворота построить. Здесь и там. Our construction is complete. Нет пока того вооружения, которое мне нужно. От остального пока тут толку. Мягко сказать, маловато. Technology conceived. Так, здесь тогда мы хавчик делаем. Our situation log is updated. Ребятки, смотри, жрать очень. Промышленные пищевые. О! Вот это мне надо. Одной хватит. Любое практически поселение. Так. Кого бы там еще было? Кстати, еще одна версия. Так, 154. Technology conceived. О. Ну, сейчас как раз последняя партия и попремся. Вот дракошку пожалуйста пробить. Это вот игра, которая пока есть. Ну прикольно, прикольно. Technology conceived. Такой мощный будет. Technology conceived. О, это уже хорошо. Скорость, конечно, улучшение космической базы это хрень важная. Процессор тебе ставим. Our construction is complete. Шало, конечно. Technology conceived. Здесь очень все странно. Это вот вариация, когда одного ресурса много, люди на второй переходят. Раньше было проще, раньше почему не лагало от количества построек, потому что была одна единица типа населения, там 1 миллион. Он занимал свою клетку, эта клетка активировала. Здесь же наоборот. Здесь нужно население, которое будет так перепрыгивать с работы на работу. Это вот большая часть, по-моему. Это прикольно, конечно, но если много колоний... Бред, безумие и садомия. Technology conceived. Так, ну все, сейчас достроится и пойдем шпинать по заднице у дяденьки. Надеюсь, мне хватит. Technology conceived. Ой, жесть какая. Прикольно, слушай. Так. Здесь тебе чего еще не хватает, кроме совести. А, погоди, а здесь газгольдер не стоит, что ли? Стоит. Так, ну здесь 36, по идее мне должно это. Technology conceived. Должно. Technology conceived.
Так, надо все-таки посмотреть, как другие расы развиваются. Технология. Есть проверка модов, как они работают. Как-нибудь. Именно играть. Не включать, не баловаться. Модами, ходами, читами. Это для первой проверки сойдет. Или показываются корабли. А так, только вот таким вот способом надо проверять. Так во всех играх. Галактики. Пора уже. Так, и... О! Эти уже здесь. Technology conceived. Быстро передвигаются. Technology conceived. База, она пытается восстановиться, слушай. База по его присутствию даже пыталась восстановиться. Ну и конечно убить. Получается, он его каждый раз подходит. Замедлил, погоди, вот замедлил все время, что ли? Our situation log is updated. Нет, этого должно стать холодно или жарко, вот интересно. Ну ладно. Одним геморроем меньше. Что я могу сказать? Только одно. Показала себя. Все хорошо. Но компьютер, увы, тут развивается не так, как следовало. Несколько боев, я буду сейчас делать свою сборку, надо ставить улучшенный АЛ. Этот компьютер слишком тупой. Как ни крути. Это мне вообще не нравится. Это мои станции. Это его. Ни одна не улучшена. Что ж, друзья, я проверил то, что хотел. Да, в действительности, из-за многих построек, игра неправильно это все перерассчитывает. И каждый месяц игра может пролагивать. Сейчас здесь спокойно все идет, и скорость хорошая, и компьютер хорошо развивается. Небольшие пролаги есть, но они не такие, которые были, блин, по полминуты. Ну, как говорится, что я вам могу посоветовать? Во-первых, те моды, которые я показывал, их настроить. И, к сожалению, настройки мира, друзья мои, здесь они могут быть только вот такие. Как бы вы ни крутили, вам придется сделать настройки и планет, и всего остального на минимум. Я не знаю, как с этим бороться. Возможно, это версиях товарищ починят, но как убрать ежемесячные зависание игры, я видео сделал. Надеюсь, это вам поможет. К сожалению, по-другому, друзья мои, тут никак. Хотя бы в этом разобрался. Знаете, меня вот спрашивали, почему я эту игру не снимаю. Там несколько человек любили, я так полагаю, смотреть. Ну, во-первых, друзья, ее, давайте откровенно, мало кто смотрит. Во-вторых, я в нее не играю. Я пытаюсь понять, от чего у нее там или здесь лагает. Вот я вот на ней уже направил часов 400 всего. С Нового года я в нее играю. Не мог понять, почему она лагает. Почему там это подвисает. Почему тут это подвисает. Сейчас я разобрался.
Я не суперкомпьютерный гений, чтобы залезть в движок. К сожалению. Ну, вот такие пироги. Надеюсь, друзья, я вам помог этим видео. Если кто-то играет из Stellaris, попробуйте посоветовать друзьям, чтобы они посмотрели или убрали хотя бы планеты. Чтобы они хотя бы получили удовольствие от игры. Потому что игра в действительности красивая и интересная. Но есть вот такие вот косяки, от которых, к сожалению, очень сильно портит все удовольствие от этой игры. Надеюсь, говорю еще раз повторюсь, я вам помог. Всем удачи, друзья. Всем пока. Так, добро пожаловать в режим «Стальная воля» называется. Проэкспериментировать хотел много. А как-то прессингует меня, помню, довольно сильно. Technology conceived. Как даже злобно. Еще привел. Каюк, мне кажется. Проходную зону не успел захватить из-за пиратской станции. Так, а что они дальше будут? В принципе-то я смог бы справиться. Да, нужен флот побольше. Да, раз забыл. Technology conceived. Ох, там уже 30 тысяч, о, ёпки. Мне тут каюк. Так, второй флот подошел. Ну да, меня тут запинали. Ментально. Ты флот набрать или нет? Нет. Ответ, наверное, очевиден. Так, ну хотя я могу купить. Поставить корабли на круг. Компу слишком большие бонусы поставил. Надо бонус ставить равномерные себе и компьютер. Эти системы потом отвою. Но очень уж интересно посмотреть. Дальше что нету. Ничего, опять война на два фронта? Так, давайте-ка. Да, я понял. Могу объединить его? А все равно не хватает. Да нет, базы не выйдет. Не хватило одного апгрейда. Где это? Тут на режиме «Стальная воля» я не могу до конца включить бонусы даже себе.
Я здесь, как говорится, ущербный, да. Так, тут 15к. Одна система, по идее, выдержу. Мне не нравится другая идеология. Это, во-первых, вот так надо. Потом перезахвачу их станции, они сейчас минус упадут из-за этих станций. Это может мне на руку сыграть. Давай первым. Так, ну мы можем продать, в принципе, вот это. Что еще мы можем сделать? Да больше ничего. Так. А дела плохи. Крейсера здоровья, мы крейсер. КПРчика не помешает. Там долго парится. Мои станции. Technology conceived. Так, ну у них всего на войску многовато. Да я даже не знаю, чем их одолевать. Да уж. А что, запинают хотя бы серию с ним за 3 дня тестов. Ой, думаю. Так. Technology conceived. Я не против. Technology conceived. Второй флот пошел. Так, ладно, раз второй флот пошел, давай пока первый сюда направим. Technology conceived. Нет, оставляем. Мне главное, надо будет их одолеть. Единственный способ мне их одолеть — это улучшить базу до цитадели. Сейчас сделаю. Подумал. Так. Ой. Technology conceived. Так, если я смогу их сейчас здесь поймать, вообще вот. Technology conceived. We flee the hostile swarm. Не дураки, не дураки. Technology conceived.
Еще крейсер здоровья повышаем. Так, сейчас так мало-помалу, можете сразу что-то реорганизовать. Technology conceived. Ха, зараза. За этот монетик. Так, сейчас пойдем по перехвату сюда. А, мы их застали или нет еще? Господи, почему это у них 30? Да. Да, я же забыл, я им повысил количество обороны и всякую остальную такую хрень. Беда. Technology conceived. Technology conceived. Они что, сами ее улучшили? Блин, вполне возможно, что они сами ее улучшили, кстати, для птичков. Technology conceived. Ну тут определенно, да, мне каюк. Сейчас не справлюсь. Я попробуем выжить в одной системе, потом тоже, в принципе, возможно. Technology conceived. А, лучше не надо. Так, да, технические базы, возможно, я и не доживу. О, стоп. У меня же традиции есть. Давай-ка посмотрим, что я по традициям, может, смогу выбить что-то. А вдруг получится? Так, рожденная в пустоте. Рогатива, это не то. Тоже не то. Даже не знаю, что это. Пам-пам-парам-пам-пам-пам. Вечное бдение. А, во, урон космической базы. Это взглядов единства. Используем. О, загадочная технология. Поехали далее. Будем сопротивляться до последнего. Правда, это моя база в нынешнем состоянии, она вообще никак не оборонная. А вот компьютер, вот это если играть в ванильную игру, там вот эти вот базы, я вообще, честно говоря, не понимаю, на какой хрен вообще нужен. В упор. Technology conceived.
Так, командный центр. Technology conceived. Это поставим и на энергию. Да нет, 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 на ресурс. На ресурсы у меня. Вот это, да? Ага. Говорит, что это зараза у меня сейчас будет. Technology conceived. Не было печали. Да, ёшкин ты матрёшкин. Вот какого лешего, а? Весь мой добротный флот ушел в Тартарары. Погоди, стоп, а чё это вы друг с другом не воюете? Чё, издеваетесь, что ли? Не, серьезно, они с друг другом? О, они еще и в одно лицо. Так, и... Вопрос теперь в другом. Идет ли улучшение базы? Вероятно, идет, только она занимает. Проиграл. Ладно, надо еще раз запустить, мне понравилось. Ну хоть такую одну нормальную серию снял. Надеюсь, вам понравилось, как я вдул, мне тоже. Искусственный интеллект, друзья, тут мои новые. Плюс бонусы, но тут надо, конечно, довольно-таки геморройно. Потому что я вам сейчас покажу. Я хочу игру перезагружать. Есть свои косяки, конечно. Ну ладно, я сейчас еще одну игру настрою, может тоже весело. К сожалению, это режим «Стальная воля», здесь я ничего не делаю. Страница не перезагрузится. Сейчас по новой играть.